добрый день. Сегодня у нас только начинается шторм. Но он уже красивый, даже в таком состоянии. Поэтому я, как всегда, пришел сюда, поехал фламинго. Ну, сначала посмотрим, что у нас тут творится с путями, вот которые здесь. И участок, который непосредственно перед путями, который вот здесь. Заодно море посмотрим. А здесь оно красивое, как видите. Если поймать красивую волну, а это здесь вполне реально. Близко лучше не подходить, а то можешь сам окунуться в эту волну. Опять есть вода, очень красиво. Хочется показать все, и волну, и фламинго. Ох, вот это было сейчас здорово. Я нахожусь буквально, ну, в 2 метрах, наверное, от этого места, где выходит. Вот это все выходит. Место безопасное. Все как бы уходит от меня. От меня. Не ко мне, а от меня. Поэтому я такой храбрый. Чингачгук, большой змей. Поэтому не волнуйтесь, все, кто переживает. Тут главное соблюдать дистанцию. К сожалению, я не успел захватить весь этот угол, взять вот так вот. Отойду чуть-чуть подальше, чтобы вы видели. Потому что здесь действительно очень красиво. И это еще далеко не самый большой шторм, ребят. Еще раз напомню, что мы ждем его только завтра. Я, правда, не знаю, как в каком порядке я выложу все эти ролики. Я их просто не успеваю выкладывать. Точнее, у меня не будет времени. Ладно, пришел я сюда непосредственно для того, чтобы показать вам вот это место. На мой взгляд, оно потихонечку... Ох, стоит, блин, бля, дошел, ладно уже. Потихонечку... Ну, вы сами видите, что происходит. Волна потихоньку-потихоньку забирает с собой весь грунт и уносит его в море. Дальше я уже не буду ничего говорить, вы уже так все прекрасно знаете, все видели. Сейчас самое классное смотреть здесь. Там вдали, в районе Пионерского, тоже красиво. В принципе, где большая волна, там всегда красиво. Хотел было сказать вам, ну, вы такого моря не видели. Но в этом году, наверное, все, кто был в Лазаревском, видели и такое море. Не только в Лазаревском, естественно, ЛАО. Это лето было у нас такое хорошее. Итак, мы ожидаем парочку волн. Я немножечко присяду, чтобы показать вам. Ну, наверное, все. Пойду на фламинго. Всем пока.